Скажите, пожалуйста, на какой спектакль вы сейчас ходили? Мы ходили на «Давайте займемся сексом». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось, как играли актеры, как они там занимались? Нам понравились сексом. Все актеры, нам понравились и зрители, как воспринимали все это. И нам понравилось все о сексе, мы тоже хотим заниматься сексом. Ну это хорошо. Да. На каких местах вы сидели, как вам было видно без бинокля? Мы сидели на 4 в 14 ряду, нормально было видно. Хотелось бы поближе, но не получилось. Могли бы порекомендовать другим зрителям «Давай займемся сексом», сходить? Конечно, обязательно. Просто необходимо. Спасибо. Спасибо.